Предлагаю внести в наш список. Какой список? В список женщин, с которыми ты можешь быть, если я умру. Тебе принципиально меня позорить? Ты можешь просто молча сидеть и ждать? Я вас поздравляю. У вас ремиссия. Ой. Эксклюзивная онлайн-премьера. Я победила! Привет, привет! Что пришла? Вы же тогда сказали, что если у меня будет все нормально, я могу вернуться. Ну что, если сказал, значит, можешь. Дам да только это. Парик, наверное. Да, парик. Поехали в ЗАГС. Мы же хотели с тобой подать заявление. Жень, нам надо расстаться. Ты это сейчас решил? Не мог же я тебя бросить, пока ты болеешь. Все бы решили, что я конченый урод. А сейчас нормально, да? Сейчас вообще ни разу не урод. Слушай, а что она вообще вернулась? Один стресс у нее. Серьезно. Атмосфера такая, будто ты трубаком сидишь. Твой последние 3 года тебя только и видел, что в больничной пижаме и с причёкой, как у Оксимирона. Ты из чего решила, что его вернуть-то хочу? Женщина, тебе 30. Либо Мити, либо кошки. Привет. Митюш, это суши? То есть ты трахаешься с моим лечащим врачом? Твоя болезнь нас объединила. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас... Да ни хрена вы не понимаете. Это что, моя футболка? Ну, я постираю, верну. Вам, наверное, интересно узнать, как я отомстила Мите? Никак. Просто иногда нужно что-то отпустить, чтобы в жизни появилось место для чего-то нового. Дорогой Игорь Сергеевич, идите нахуй. На той остановке я нашла не просто потрепанный блокнот. Я нашла 257 причин, чтобы жить. У меня никто и ничто не остановит. «257 причин, чтобы жить». Скоро. Только на старт.